Наступило утро, мы уже успели позавтракать, сходили к этому гиду от Анекса. Я вошла в стадию транкилы, я ее схватила, эту транкилу, и мне ничего не хочется решать, ничего не хочется делать, я такая прям вся на расслабоне. Нас там пытались обработать по поводу экскурсии, но мы пока еще не поняли, с кем мы поехали на экскурсию, с ними не хочу. Наверное, будем тоже каких-нибудь других ребят искать. О, нашла вот эту будку с хлебом. Вот. Что все съели? Пойдем кормить. Назад? Ну, идем кормить. Ой. Тут можно кормить, я так поняла, черепах, птичек и прочих. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой красный нос. Да, да, это красный нос. Знаете, какое обилие черепах плывет? Вот они все вот тебя увидели, вот большая какая-то. Чего они хотят? Хотят, чтобы ты их покормила, вот спрыгнула. Ты что такое тёмный, что вымыщаешься? Где эти черепахи-то? Нем. Но хлебушка у нас нет. Не видели мы пока еще второй раз. Не поймали эту будку с хлебом для них. А ты кто такой? Кто ты такой? Ты какие эти красивые лапки. А что у нас такое? Вот, потом мы еще сходили и попросили, опять же, уже теперь у доминиканцев на ресепшене поменять нам номер на более тихий, потому что нам эта трансформаторная будка, которая напротив, ну, немножко мне мешала. Не слышно птиц, слышно только ее. Посмотрим, что они нам сделают. Они нам обещали помочь, как всегда. И, возможно, сегодня в 2 часа мы переедем во второй раз в другой номер. Это не точно. Ну что, кого ты идешь кормить? Я вот такую булку взял. Да, мы уже знаем, что ты взял эту булку. Давай, корми кого-нибудь. Черепашек и птичек. Нам, кстати, сказали сегодня до 12 принести ему наш номер телефона. Хотя я его давала этому отельному гиду для трансфера. Что мало ли изменится что-то. Она так медленно повернулась. Такой, и так медленно подплывает к твоему хлебу. И не хочет его. Ну не хочет хлеба? Ну, слушай, смотри, сколько валяется у них хлеба. Им там вчера надавали, они сегодня только доедают, наверное. Тогда давай там волчонка большого попробуем. Давай. Странно, почему у него так крылышки? Не знаю, где. А вот эта, которая очень просила. Ой, тетя. Да чего там? Отойдем. Ну-ка. Кусь. И ушла. Кусь и ушла. Что-то черепахи тебя не очень, я смотрю. Ну, вообще они мясо едят. Поэтому, наверное... Что там по панцирь какой-то такой? Поэтому, наверное, не едят хлеб вообще. Ну, опа. За неимением ничего лучшего, скажем. Слушай, да. Говоришь, они кусаются? Ну, они боятся больше. Ой, смотри, она кормит своих детенышей, ты представляешь? Ой, слушай, правда. Вот она сама скушала. А вот эти вот курочки, они у нас в Питере тоже есть, они тоже кормят своих детей. А вот она понесла. Ой, нифига себе, вот такая черепаха огромная. Блин. Сейчас понесла, вот ребенку понесла. Я несу ей хлеб. На. Опа! Слушай, даже мне было страшно. Ты это аккуратней там, больше кусок давай, чтобы. О, глазище-то у него, вот это рептилия, елки-палки.
аккуратнее лисы, пожалуйста. Класс, вообще хочешь дать? Да, я? Нет, она так да не буду я это все нашел тоже мне. Она так мягенько берет. Мягенько она берет. Ну, пасть не огромная, то есть она может реально, наверное, даю еще. Давай. Если она хочет. Видно, что больше ты уже хочешь, чем она. Он той маленькой тоже надо, наверное, дать. Это не надо такие маленькие давать. Я боюсь сейчас. У нее через вода через носик это. Лесь, ну только мы будем кормить одну и ту же черепаху. Что мне? Можем другую. Пойдем уже, а? Они уже кушают. Лесь, ну нам надо решить с этими экскурсиями. Можно кормить всех, он там вообще выползал, смотри, говорит, Лясин, ты где? Говорят, тут не хочет она с тобой. Слушай, сколько их? Не, у них нет. Взрок Лесина. Классно. Они так мягенько берут вообще, ты не представляешь. Я даже представлять не хочу, как они берут. Пойдем. Птиц еще покорми, черепахи одни тут едят. Кто у него с крылышками? Ну, этого крыльями все в порядке, вон того дальнего. Маленький. Ой, ой. И мы их потрепали, видимо. А, он пошел помочил, что ли, что он там делает? Кажется, что плохо, что порой все время отбирает. Можно вам кто-нибудь дать очередь? Сейчас этот такой, а, да, спасибо, весело. Еще что-нибудь? У тебя еще что-то здесь? Все, спасибо. Слушай, зря как ходит и отбирает у меня. О, транспорт проехал. Мы пустили Лесина в джунгли. Если он такой больше будет слышен, или она... Опа! У меня там действительно пластина, да, вместо зубов. Пойдем. Ну, не хочет она. Ей вот этот, по-моему, больше приглянулся. Да, вот она какая-то симпатичная. Вот, мне так понравилось черепах кормить. Да. А я словила тронтила. Это классно. Это классно. Я не знаю, как вообще отдыхать, потому что я могу только ходить и смотреть по сторонам. Я не могу пойти плавать, мне это надо... Это потому что переодеваться это надо. Тяжело. Да, я не могу принять какие-то решения. Пойдем здесь. Как обычно, мой телефон не сработал. Тут был такой переход гусей через дорогу. Такой типичный переход гусей через дорогу. Ну чего вы вышли? В общество пошли. В общество они вышли. Ну какие смешные, не могу вообще. Какие огромные, кстати. Прям куча. Утки какие-то странные, не как у нас. Ой, ну что, мы с Лесем намылились куда-нибудь? Да, сейчас будем что-то вкусненькое искать себе. Да, сейчас пойдем есть. Вот. Мы еще не были на пляже, уже хотим есть. Мы выходим. С тобой взял
спецпрограмму, почитаю сейчас. Я с Анаксом связываться не буду, но поскольку у них идеи у всех одинаковые, то я просто пойму, что, что вообще предлагается, что вообще есть. Ага. Сейчас слышим вертолет, есть прогулка на вертолете. 10 минут. Вот, это называется, кстати, у них воздушные полеты. Воздушные программы, семейные туры, вот, вечеринки, развлечения есть. Вот, познавательные туры, морские путешествия, сафари. Да, вообще мы хотим обратиться все-таки к тому человеку, который уже где-то договорились по поводу китов. Я, как и везде, собственно, обладаю своим уникальным свойством. Что-нибудь у меня новенькое появится. В Мальдивах мне было не войти в стадию релакса. На Бали мне было не до стадии релакса. Здесь мне не войти вообще в активность. Я словила эту транкилу и теперь просто никак не могу из нее выйти. Не хочется ничего делать, даже не хочется идти на пляж. Что-то мы так полежали часик в номере, еле-еле только выползли, хотя бы посмотреть, может, чем кормят хотя бы, типа поесть. Вот единственное, что меня заставило выползти, это желание что-нибудь хряпнуть. Такого вкусненького. Ничего себе, сколько там людей у бассейна, у бара, особенно в бассейне. В этом баре, кстати, только алкоголь делают. А я его не пью. Здесь у нас своя тусовка, утиная. Вот этот маленький, красивый. Это птенчики, у них мама такая заботливая, кормит их хлебом. Фламинго вот эти две. Посмотри, как они вот этот вот, как его. Да, фламинго прекрасный вообще. Как зовут вот того? Павлин? Нет, как же его зовут-то? Того, который там сидит. Ну, что-то должно быть цапля. Цапля? Да. Мне вот нравится, у нас вот здесь вот такие вот крупные. Что-то еще есть. Здесь у нас, значит, хлеб раздают, этот классный мостик. Парк, кстати, вообще эти вот джунгли, он оказался не такой большой, как я себе представляла. И водоем небольшой. Ну, во всяком случае, животные все на месте. Он небольшой, но мне кажется, достаточно, чтобы когда прокатываешься с ветерком, очень кайфануть. Ну да. Но мы так до сих пор не встретили игуану. Ну, мы, собственно говоря, всего первый день здесь пытаемся найти игуану. Но наконец-то мы по этой аллее идем пешком, а не едем. Посмотрим, кто тут у нас обитает. Мы уже кормили черепаху. Всех черепах, которые нашли. Птичек каких-то кормили. Но вот эта аллея, она, правда, приятненькая такая. Не знаю, когда едешь по ней, кажется, что она совсем небольшая. Но мы вчера считали, она действительно небольшая. Идти 5 минут пешком. Но эти 5 минут проходят долго почему-то. Так, как кажется, длинноватенько. Когда хочется, наверное, попасть на ресепшн быстро. Аллея большая. А мороженое работает у нас только с 4 часов. Так что пойдем здесь. Не попадается. Никаких птиц больше нет. Никаких игуан. Да. Мы идем к ресторанчику. Да, вы по той тематике. Да, все из той тематики. Это не одеваю. Это вот а, одеваешь перчатку, мы пришли, да, потусить. How are you? Good afternoon. How are you? Very good. Okay, welcome. See the club? Yes. Thank you. Thank you. Вот. Ну и по факту здесь то же самое, что и на обеде, только в мини-варианте. Все, что не доели, принеслось сюда. Пина колада безалкогольная. Не знаю, что из себя представляет. Ну, в общем, она сладенькая. Сложно мне описать вкус. Сейчас примерно так выглядит картошечка, в которой мы находимся. И в свободное время можно сюда прийти, любое время прийти сюда и перекусить, ну так, немножко. Я вот, например, взял картошку. Скорее доесть то, что не доели на обеде. Мне вот, например, кажется, что отдых сам из себя представляет
именно релакс, когда ни о чем не думаешь, никуда не торопишься, никуда не спешишь. Просто сидишь, просто смотришь. Покушаем сейчас. Вот это что это. No. I use the ketchup. Ketchup? Ну, я не знаю, как это не ем. Там вон игуана. Отдыхаю. Я, конечно, представлял, что оно больше будет, знаешь, такая... Помнишь, вот с ракезом еще? Да. Так еще на фоне черепашки. Это блин, что ли? Да, с сыром. Каким сыром? Нет сыра. Может, поближе подойти? Можно? Слушай, у них победа. Это тоже с чем-то, а это чили палочки. Пробуем.